Напомню, в мае 2008 года указом президента России звание присвоено Туапсе. В этот город Великая Отечественная война пришла с самых первых дней. В августе 1942 началась Туапсинская оборонительная операция. В кровопролитных боях враг был остановлен на подступах к главному Кавказскому хребту. А в 2011 году почетное звание присвоено Анапе. Город был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками в 1942. Как подчеркнул Александр Ткачев, звание «Город воинской славы» и всех жителей городов за активную военно-патриотическую работу, бережное отношение к памятникам и истории, особую заботу о ветеранах. Сегодня в Туапсе и Анапе проживает больше 800 ветеранов Великой Отечественной.